Пора менять зимние шины на летние. В условиях чрезвычайного положения стал популярнее выездной шиномонтаж. Вызвать мастеров можно по телефону или онлайн. В этом году зима такая была, что, в принципе, можно было и не переобуваться. Температурного режима, то есть уже становится теплее, в принципе, и хочется, чтобы зимние шины прослужили достаточно долго. У нас так дороги оставляют желать лучшего, вот. Поэтому, так как температура уже начала доходить, в принципе, до 17 градусов, я поняла, что уже, в принципе, пора переобуваться. Вот-вот-вот, и как бы обещают 20, а у меня все еще зимняя резина. Заказов очень много, будем работать до вечера, но это легко, привыкаешь. Цены такие же, как и на шиномонтажных станциях, заверяет администратор мобильной вулканизации. 15 радиус – это самый ходовой радиус у нас в Молдове, 320 леев. Очень часто бывают записи, это один клиент и 4 машины, потому что есть у супруги, и у сына, у тещи, к примеру. То есть они у нас сразу, мы зарезервировали для них 3-4-5 часов, приехали и на месте все машины переобули. Зимние шины автомобилисты могут сдать на хранение. Мы выполняем не только же шиномонтаж, мы выполняем и проколы, и порезы. Даже в случае, если порез очень глубокий, иногда бывает, что шина очень сильно повреждена, ее невозможно отреставрировать сразу, то есть сделать ее, мы предлагаем БУ шины на замену. Как говорят в вулканизации, ежедневно к ним поступает 10-15 заказов на смену шин.